Новгородские спасатели вышли в профилактический рейд по ветхому жилому фонду. Задача – обратить внимание собственников на противопожарные меры и уберечь их от беды. Кухня и газовая плита включены без присмотра. Веревки, значит, белье сушат. Проверки сотрудники МЧС организовали по всему городу. Пристальное внимание старому фонду и частному сектору. В первую очередь смотрят, захламлены ли эвакуационные выходы, правильно ли эксплуатируют нагревательные приборы, газовые плиты, нет ли проблем с печным отоплением. В этом многоквартирном доме на Сенной нарушены почти все правила. К ним прибавилось еще и курение среди старой мебели и ветоши. Мы предупреждаем в рамках этой операции людей, чтобы они не допускали данные нарушения и не использовали эти теплогенерирующие устройства в быту для сушки тех же вещей. Также курение не допускали в местах общего пользования. Количество пожаров на территории области снижается, добавил Константин Петренко. За 11 месяцев их произошло 850. На конец ноября в 2016-м – 912. Однако в этом году огонь унес больше жизней. Погибли 82 человека, четверо из них – дети. Основные причины возгораний – неисправность электрооборудования или печного отопления и неосторожное обращение с огнем.